В апреле 1842 года в Барнаул прибыл путешественник-исследователь Петр Иванович Чихачев. В городе он пробыл около 2 недель. Здесь его снарядили, выделили людей и лошадей, после чего экспедиция отправилась в сторону нынешнего Горного Алтая. За короткий период он обнаружил массу месторождений полезных ископаемых. Первым из европейцев побывал у истоков Аби на высокогорном озере Джулукуль. Более того, Кузнецкий угольный бассейн обнаружил тоже он. Сегодня имя Чихачева носит одна из барнаульских улиц, а также горный хребет в нынешней Республике Алтай. В апреле 1977 года Барнаульский горосполком постановил разместить новый городской пляж на острове Помаскин. К полной готовности его нужно было привести уже к 20 июня. Впрочем, затея не удалась. В те годы добраться на другую сторону Аби было непросто. Катера с обилием желающих не справлялись. Тогда городской пляж открыли поближе, в поселке Кирово. Его назвали Лесной пруд. Полноценный пляж на Помаскине появился лишь в конце 90-х годов, когда с появлением нового моста попасть туда стало куда проще. В апреле 1990 года вновь избранный городской исполнительный комитет на первом же заседании отметил, в городе нет единого научно обоснованного плана сохранения исторических зданий. Сегодня, почти 30 лет спустя, многие считают, что на этот счет в краевой столице так ничего и не изменилось.